профсоюзной организации нашего университета уже более 100 лет. Профсоюз объединяет и сплачивает нас. Деятельность нашего профсоюза во все времена была направлена в первую очередь на улучшение условий труда, оздоровительного и познавательного отдыха, материальной поддержки членов профсоюза и их семей. Важные дела делаются всегда вместе. И в этом плане коллективный договор, заключенный между администрацией университета и профсоюзным комитетом, является тем основополагающим документом, который позволяет нам в рамках социального партнерства с оптимизмом смотреть вперед и строить наше будущее. Союзная группа, подразделения, кафедры, клиники – это маленькое, но очень важное звено профсоюзной организации университета. Профорг с его профсоюзной группой – человек, который ближе всего находится к коллективу, человек, который лучше знает личные проблемы коллектива, сложности профессиональной деятельности и может донести эту информацию до администрации, если это необходимо. Основным принципом работы профгруппы подразделения, я считаю, это преемственность. Любой профорг работает на основе наработок, которые были у предыдущих профоргов. Работа профорга должна быть обязательно основана на традициях коллектива. Праздники, поздравления коллег с юбилеями, капустники, работа с молодежью. Не забыть ветеранов в День Победы, в День снятия блокады, какие-то совместные, может быть, выезды. Это все очень сплачивает коллектив. В последнее время много новых интересных направлений работы профсоюзной организации университета. Мы больше ездим на экскурсии, больше ходим в театры, больше возможностей для детских поездок или поездок с детьми или семьями. На мой взгляд, забыта очень интересная традиция университета – это новогодние детские елки, которые проводились в столовой. Думаю, что надо ее возродить. Thank you.
И в 64-м году я пришла сюда работать. И очень быстро меня почему-то выбрали на кафедре физического воспитания профоргом. И с тех пор я, ну вот, года два только я ушла с должности профорга на нашей кафедре. И вся жизнь профсоюза была на моих глазах. Что я должна ответить? Во-первых, очень трогательное и душевное отношение к работникам, сотрудникам нашего института. Профсоюзный комитет нашего университета уделяет большое внимание здоровому образу жизни сотрудников и студентов. Совместно с кафедрой физического воспитания и здоровья профкомом за последние годы организован ряд спортивных мероприятий непосредственно для сотрудников университета. В этих мероприятиях участвуют как молодые, так и старшее поколение, представители разных подразделений университета. Все эти спортивные мероприятия организованы на высоком уровне и востребованы нашими сотрудниками. Считаем, что это не только приобщает сотрудников к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту, но и объединяет и укрепляет наш коллектив. Профсоюз для меня – это школа обучения организаторским способностям, навыкам общения, воспитание чувства ответственности за порученное дело, что, на мой взгляд, весьма немаловажно в профессии будущего врача. И в этом контексте объединение профсоюзных организаций стало отличным подспорьем для того, чтобы перенять опыт у тех сотрудников, которые уже много лет посвятили работе на этом поприще. И хочется сказать им огромное спасибо за то, что подчас в ущерб своему личному времени они задерживались с нами, делились своим опытом, рассказывали о том, как все устроено в профсоюзной жизни в университете и помогали в организации наших мероприятий.
хотел бы несколько слов рассказать о нашем капустном движении. Это, наверное, одна из самых ярких, самых незыблемых традиций нашего университета. Она много-много лет существует. В этом году мы отмечали юбилей. И капустники, наверное, это то, что украшает жизнь студента во внеучебное время. У каждого из нас есть в памяти что-то, связанное с капустником. Кто-то именно там приобрел бесценных друзей, кто-то встретил свою единственную любовь. Но, как правило, каждый из нас, кто в этом участвовал, тот получил совершенно бесценный опыт и общения с людьми, и представление себя на сцене. Ну и, в конце концов, это был тот передовой отряд молодежи, который, собственно, на сегодняшний день и занимает и основные должности, является главными специалистами, и, в общем и целом, просто является хорошими людьми. Спасибо профсоюзу за то, что капустники удалось сохранить. Это большой труд, это большие средства, это огромное количество времени, и это усилия энтузиастов, которые смогли это сделать. А профсоюз для меня — это школа жизни. Здесь мы имеем возможность соучаствовать в жизни каждого члена профсоюзной организации, каждого члена коллектива. Мы узнаем, как можно помочь человеку в трудную минуту. Мы вместе радуемся победам и подаркам каждого. Всему этому мы учимся, проводя мероприятия среди обучающихся, сотрудников, их детей, ветеранов войны и ветеранов университета. Сколько радости и благодарности мы видели в глазах больных детей Горбачевского центра, устроив настоящий праздник и подарив им веру в чудо в глазах ветеранов войны и благодатников, когда навещали их с подарками дома. Все это жизнь, и мы должны быть готовы понимать ее, выходя на самостоятельную дорогу. Сегодня на основе коллективного договора в нашем ВУЗе сложилось обоюдополезное взаимодействие между профсоюзным комитетом и администрацией. Участие профсоюза в работе руководящих органов позволяет согласованно решать вопросы жизнедеятельности ВУЗа, в том числе направленные на защиту интересов сотрудников и обучающихся, на улучшение условий труда и отдыха, что, несомненно, положительно влияет на моральный климат в коллективах и результаты нашей деятельности как в лечебной, так и образовательной сфере. Важно отметить, что профсоюзные организации нашего университета сегодня – это единение старшего поколения и обучающихся, что бесспорно способствует сохранению традиций вуза и является важным фактором в воспитательной работе и развитии организаторских способностей будущих врачей.